оторвали асфальт на трассе М-53, виноваты заправщики. Это установила проверка на дороге, и виновные уже оплатили убытки дорожникам. Напомним, 9 апреля в районе поселка Березовка провалилась федеральная трасса. Яма была в две полосы. Спешно пришлось перекрывать участок дороги, организовывать объезды и делать ремонт. И вот специальная комиссия нашла причину. Выяснилось, это подрядчики, нанятые компанией «Роснефть», вырыли для заправки траншею в неположенном месте. По этой траншее вода в паводок и пошла в обход предусмотренных обводных труб и подмыла дорогу. Компания «Роснефть» уже оплатила 1,5 миллиона рублей за ремонт дороги. Возражений у них не было, они добровольно согласились возместить убытки, понесенные подрядной организацией. До конца мая у нас там появится асфальтовое покрытие, оно будет восстановлено.